И всем привет, с вами Ваня Ф. Мы продолжаем играть в игру под названием Майнкрафт на версии снапшота 1.10, и я опять без скина. Ну ладно, мы продолжим. Итак, и начнем мы вот с этого. Суперсистема для перекачки файлов. И, ну, нужно воткнуть USB-устройство, но сначала давайте выберем, что мы будем перекачивать. Давайте перекачаем видео Вани F и мультфильмы. Не знаю какие, но какие-нибудь-то мультфильмы. Ну и написано, воткните USB-устройство. Ой, не видно ничего. Давайте возьмем Петила. Редолитовый, например. Лагает. Сейчас. Так, давайте. Ну давайте же воткнем USB-устройство. Итак, вот у нас дырочка. Ну что-то такого подразумевать. Обычно USB-устройство. Ладно, давайте воткнем. Какой-то звук был, не очень мне нравится. Там USB-устройство. Ужас, взрыв произошел. Надо было это выживалки делать. Вот, не доверяйте никогда USB-устройству и компьютерам некоторым. Итак, а я буду показывать, как вы видите, уже мой механизм, который я делал так давно. Можно на нем кататься с лодочкой, а можно без лодочки. На лодочке будет быстрее, но я все равно не хочу. Так что, что такое? И вот сейчас вам все буду показывать. Все, и мы продолжаем. Я кое-что сделал, у меня он был немножечко включен. Итак, давайте начнем. Вот здесь вот коды, чтобы я не забыла, так можно без кодов все делать. Так, первый код это вот так вот сделать. Ну так бы на лодке будет все быстрее, но я не хочу на лодке, потому что, ну, тут течение слишком сильное, а то одного ведра не хватает и все такое. Ну вот, первые. У нас первые. А, точно. Ну, короче, когда я поворачиваю нужные последовательности рычагов, то у нас открывается нужная дверь. Вот сейчас я повернул одну из последовательностей, где нужно, и у меня открылась дверь. Ну, вот здесь вот я не смог закрыть механизм, а так... Ну, главное не красота, а механизм, а сама работа. Не, ну, красота не во всех вещах важна красота. Самое главное. Здесь вот, например, механизм не построен. И вот первая горка у нас наша. И давайте заново. Надо будет какую-нибудь лесенку еще сделать. И будет вообще классно. Итак. Ну и второй код. Я не буду все время туда глядеть. А то вам не интересно будет. Вот. И у нас открывается последняя дверь. Я самую среднюю наполовину на конец ставил, потому что она там самый трудный код и самая сладенькая. Ну, может быть. Самая сладенькая. Ну и вот наш механизм. Вот. Ну, для спокойных, для тех, кто любит спокойствие. Вот просто так вот спускаемся. Наверное, первый можно назвать резкое падение, второе качалка, а вот третий резкий спуск. Называется, хотел таблички прикрепить, так и не прикрепил. Ну, ладно, я вам все название, в принципе, рассказал. Ну и мы вот так вот бум и упали. И последнее, самое сладенькое, я ставил на конец. Вот, видите, какой механизм. Я не буду вам объяснять, что тут к чему, потому что, думаю, умные механики разберутся, а так вы тоже можете поучить механизмы. Вот, тут коды и все такое. Поэтому я... Ну ладно, я не буду вам объяснять, это очень долго все. Ну и давайте мы зайдем внутрь. И закроем нашу дверь. То есть закрывать ее нужно вот так вот. Просто все пустить вниз. Ну, это тоже может. И третий код самый трудный. Ну, где... Ну, тут больше всего символов.
Вот, видишь, я, то есть, не видишь, а видите. Ну, если вы одни смотрите, то видишь. Ой, а, я подлетел. На лодке это вообще будет быстро. Ну, я, может, потом покажу на лодке, как это будет ездить. А так я пока без горки так. Уи! Не, на лодке это было бы в два раза быстрее. Сейчас. И вот, видите. Так вот спускаемся. На лодке будет вообще классно, значит, так. Давайте же попробуем на лодке. Так на вид. Скучные колесико, все такое. Ну подождите. Нужно еще поставить лодочку. И так вот вы его видите вообще какая. Трудняк вообще, особенно когда у меня лаги есть. Очень трудно управлять. И вот, мы даже вылетели. Вот. Ну, короче, вы поняли, как быстро на лодке можно. Давайте я вам еще раз попробую показать. Уи. Уи. И вот так вот вылетели. И побежали, побежали. Все, ладно. Вот это весь механизм. Ну, здесь, ну, думаю, вот на этих тут не вам не обязательно показывать, а то, особенно тут иногда лодка может сломаться. Ну, говорю, что самое главное, главное это не постройка, а красота. Типа, ну вот, льви. Короче, вы поняли. Ну, здесь такой, ну, лампочки я так поставил. Вот, закончу под дождиком. Ладно. Ну и напомню вам, не доверяйте USB устройствам. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока. Ну, всем спасибо. Всем пока. Вон наш механизм. Ну, это очки виртуальной реальности. Да, особенно таблички тут очень ржачные. Сейчас, у меня здесь нет табличек, а там написано. Сейчас. Подчиняюсь. Короче, всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока. Ставьте лайк и подписывайтесь.